Так, доброе утречко. Ну нет, 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 дай-ка угадаю, напротив опять находится дом Васильича. По-любому, не, все, собирай свои манатки и еду отсюда. Так, где мои чемоданы, коробки? Я даже домой не могу попасть. Ладно, так без всего поеду. Ну, конечно, педали украли, как обычно, как я уеду. Так, может, попутку поймаю хоть? Васильич, иди отсюда, я тебя, знать, до центра за сотку, братан. Потом сотку отдам, я не кину. Братух, довези. Ну, так и общайся с людьми. Васильич, у тебя все нормально, собственно? Ты как туда попал-то? Ты решил самоизолироваться настолько, чтобы даже выйти не мог? Ну, подожди, Васильич. По-любому же хавать хочет, он агрессивный. Люди, когда давно не ели, они всегда злые. Надо ему помочь как-то. Не знаю, зачем я это сделал, но зачем-то я это сделал. Да где у тебя кухня-то? Фига у тебя хоромы, блин. А, все, нашел кухню, так. Васильич. Извини, сегодня без мяса, вот, на, твой месячный запас. Блин, я тебе что-то... Во! Васильич, я тебе там бананы консервированные скинул. Чем открыть? Ну вот, бананом откроешь. И нормально все, и яблоко, все, тебе на 3 дня хватит, сиди там. Да подожди, сейчас я тебе яблоко дам, ну чё ж ты такой-то, а? Да ё-моё. А у тебя томаты есть спелые, молодец, выращивай дальше. Да чё ж я закинуть? Обалдеть, ты по яблоку, что ли? Ты по яблоку, серьезно попал, пока оно летело? Фига ты какой, молодец. Ну все, без яблока тогда будешь, вон, водителя там какому-нибудь. А там какому-нибудь водителю, и все, и поеду отсюда. Братан, за яблоко довези, пожалуйста, за яблоко, свежее, вкусное. Ну, че за люди пошли? Вот нужна помощь, и что делать-то? Так, а что здесь заперто? Ну, потому что заперто здесь, потому и заперто. А Васильич пусть там сидит. Во, надо ему китайскую эту в коробочках его любимую притаранить. Я не знаю, как эта штука там держалась, он даже камеры снутри ставит. Но у него настолько уровень уже продвинут. Подожди, Васильич. Ну, не могу дать. Вот, короче, на, я сюда поставлю. И нормально все будет. И ты как-нибудь поешь. Я не знаю, там трубочку какую-нибудь найти, там при помощи трубочки и будешь есть, и хорошо все будет. А я у тебя пока похожу. Не знаю, зачем я постоянно к тебе в подвал, зачем-то иду. Иду в подвал все время к тебе. О, смотри-ка, я ключик даже нашел какой-то, замечательно. На самом видном месте Васильич оставил ключ. Так, и куда я здесь пытаюсь пройти, и зачем, собственно, я не знаю, я не помню. Так, здесь, видимо, у него подвал, у меня есть желтый ключ. Так, отлично. Глазная комната. Комната окулиста, видимо. Здесь очень много глаз. Это мы отрубим, Васильич. Я думаю, это не нужно. Так, а где ключик? Вот он, ключик. Давай с этой стороны откроем. Чтоб все открыто было, проходной двор, все дела. Так, ключ от машины, замечательно. Василий все попал в западню, будет сидеть в западне. Мне мешать он не будет. То есть, а мне-то нужно туда попасть. Однако, здравствуйте. Васильич, ты что не ешь-то? Я кому притаранил-то? Да вон у тебя там, я не знаю, в перчатке обрежь верхнюю часть, да там лапшу засасывай, и нормально все у тебя будет. Я тебе кричу прям. Ладно, похожу дальше. Опа, так, повернул на всякий. Так, а это что? Походу, я Васильич там выпустил. Васильич, тихо. Тихо, Василий, сиди там. Василий, сиди там, не надо вылазить, самоизоляция. Давай, сохранить самоизоляцию. Не надо бегать там, посиди еще немножечко, отстань. А то ты какой-то весь на взводе еще догонишь меня, что-нибудь со мной сделаешь. Не хочу, я забочусь о своем здоровье. Мне мама сказала, Лёша, не болей. Вот я и хочу не болеть. Хочу чувствовать себя замечательно. А замечательно я себя чувствую, когда не болею, когда какой-то дядька меня не догоняет и не хочет со мной что-то сделать. Ну правильно, если бы я бы,
Если бы ко мне в дом так кто-то ходил, я бы тоже побегал. Нифига себе, зашел, какой-то кавардак здесь устроил. Раскидался. Так, давай-ка поищем, может здесь что-нибудь есть интересное. Так, здесь нет, нифига, фонарик есть. Нафига мне фонарик, светло на улице. О, как светло на улице. Да на крайняк, и даже из фонарик понадобится, можно Васильевичу он открыть, он под глазом один поставит, а может и два, и мне тоже светло везде станет, и нормально все будет. А удобно-то, кстати, даже, если у тебя работа в темноте. Так, да что ищу-то здесь? Мне нужно как-то открыть воротину, возможно, какая-то из картин двигается, но здесь слишком много картин. Васильевич решил, видимо, картину в галерею сделать. Мне кажется, он сам это все рисует, причем рисует одно и то же. У него по-любому есть трафарет, рисует он при помощи трафарета. Одни и те же картины. А вообще, наверное, просто на компе распечатывает и все. Так, а что ты не падаешь так? Ты падай. Так, а где искать-то тогда? Вот это зачем? Что я и зачем? Где включаю? Как-то у тебя раковина странно стоит, я тебе скажу. Вот так шибить кто-нибудь может. Надо к стеночке было поставить в уголочек. Я вон тебя в угол поставил, и стой в уголку, и нормально все там у тебя. Да где ж искать-то, а? Где-то нужно искать. Здесь ничего нету в шкафчике. О, еще китайская еда. О, сколько у нее китайской еды будет. Значит, станет скоро китайозой будет. Я не знаю, что это за звук только что был. Я думаю, они явно не так разговаривают. На, Василий, тебе еще одно будешь. Вот, все, стоишь в углу, стой. Как подумаешь о своем поведении, так тогда и поговорим. Нет, мне все-таки нужно достать оттуда. Так, все, Василич. Тебя мы дальше закрываем на самоизоляцию. Сиди там. Прыгай в стену, там нормально все в стене, мне кажется. Тебе понравится. Так, что здесь есть? Отлично. Можно найти у Васильича в доме куколок, сесть и наливать им чай. Либо сок, если что, это бананы. Это что, консервированные бананы? Они в жиже или как? Ни раз в жизни не ел консервированные бананы. Ну ладно, ананас, какие-то прикосы, а бананы? Сушеные бананы, помню, в детстве ел. Такая штука вкусная казалась. Давненько уже, не, хотя где-то видел даже. Так, это я тоже врублю на всякий случай. Я парень простой, вижу, что-то врубает. Так, это, видимо, не так работает. Так, здравствуйте. Здравствуйте, акула. Как у вас здесь, нормально все? Вам не жарко? А то, смотрите, солнце светит, вода испарится, будет. О, как невесело будет. Так, ладненько. Ищем. Так, это куда? Слушай, это куда-то ведет. И это куда-то ведет. А если это куда-то ведет, значит, туда можешь зайти. Так, отлично. А мне нужен магнит, чтобы взять лом. То есть так я, видимо, туда не допрыгну. Так, отсюда вылезти даже можно. Обалдеть, машинки. О, машинки бы сейчас поиграть. Так, а где мне взять магнит? Может быть, здесь есть магнит? Нифига себе. Василич, ты тут вообще пируешь, я смотрю. Этот стол на сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. На 18 персон. Он, видимо, весь Василиград решил с собой позвать. Так, я у тебя тут разобью немножечко. Так, и куда-то это вниз идет. Так, нужно здесь внимательно все осмотреть. А то я, парень, вообще невнимательный. Я невнимательный, Алексей. Постоянно что-то не вижу, что-то вижу, что-то не вижу. Там помню, там не помню. Вот как-то так получается все. Так, и зачем я сюда, собственно, заходил? Мне нужен зеленый ключ, который я без понятия, где взять. Вот эта штука куда идет? Дай-ка посмотрю. В холодильник. В холодильник я, значит, возьму карточку, допустим. Допустим, так, на кухне что еще есть? Хорошо, что у Васильевича там за бригадиром так, что у него воздух хоть поступает. Свежим воздухом падаешь, да что, горох? Ох, вонять потом будет, мне кажется, что орешь. Так. А где?
Как мне вот это открыть? Не подскажете случайно? Случаем так. Где-то, мне кажется, ну что-то должно быть, что-то должно открывать эту решетку. Не знаю, что именно, но что-то явно должно ее открывать. Может быть, одна из этих картин. Ну, блин, здесь слишком дофига картин. Я не люблю портить искусство. Здесь слишком много глаз для меня одного. А может быть, это и не они за это отвечают? А я без понятия, что отвечает. Обалдеть. Это издевательство, мне кажется, какое-то. Где-то должен быть рычаг, значит. Не, ну просто так же он здесь не понавешал тысячу глаз. Хотя Василий что-то сидел дома, сидел, подустал. Говорит, дай-ка, говорит, нарисую тысячи глаз, и пусть везде тысячу глаз за всеми смотрят. Как-то так. Мне кажется, я занимаюсь полной фигней. И врубаться это должно не отсюда. Не отсюда. Так, ключей нету. А что есть? Ничего нету. О, смотри, рычаг есть. Который я и искал. Отлично, я нашел рычаг. Так, мне нужно еще где-то несколько штук повернуть. Поверну несколько штук, и все будет замечательно у меня. Все будет прямо-таки чудесно. Чудейше. Так. Здесь больше ничего нету. Да вроде больше ничего не вижу. Так, ладно, нужно тогда эти походить, поворачивать. Где-то еще их найти нужно, не зная где. Вы там сверху можете поменьше шуметь. Тут люди вообще серьезные, серьезными делами заняты. Я тут хожу, что-то ищу, что-то найти пытаюсь. Так, здесь нету. Так, буду идти вдоль труб. Так, это включено. О, смотри. Так, а тут мне надо эту пошевелить. Там у Василича есть еще одна. А! Я думал, у Василича там нужно эту вставлять, а не нужно вставлять. Василий, самоизоляцию я тебе пока что отменю на 5 секунд. Мне тут это открыть надо. Все, сиди дальше, нормально все. У тебя нормально все, тебе не припекло ничего. А то солнце светит, ты старенький, мало ли что с тобой случиться может. Сиди, сиди в изоляции. Тебе это полезно. Так. Ох. Так. А, ну вот же. Ну, точно. Все, все отлично, все замечательно. Василич пока сидит, я бегаю, делаю свои дела. Так, водичку слить у акулы. А то жарко акуле будет. Из водички лучше. Воду еще на нее переводить. Так, вот это. Повернуть тоже. Непонятно зачем, непонятно почему, непонятно для кого. Так, ладненько. Здесь я все слил. Так, эту штуку надо как-то вырубить. Да нет, не тебя вырубит. Она и так уже вырублена. Мне кажется, она вообще соскучилась. Очень сильно соскучилась, акула. Тебе нужно это, иди на свежий воздух. Погулять там, подышать. Нормально все у тебя там? Нормально, вон, с гаечным ключом поиграй. Механиком вырастешь. Так, значит, не все еще врубил. Где-то не врубил еще. Так, магнит нужен. Где мне взять магнит? Непонятно. Так, здесь что? Здесь мне нужен зеленый ключ, который я тоже без понятия, где брать. Ну где-то я его должен найти. Где-то обязательно должен его найти. А, вот как раз. Может быть, это все? Может, все, что нужно, я активирую. Так. Давай сюда. Работает. Нет. Что-то где-то я, видимо, пропускаю. Работает. А там не работает. Так, красный ключ. Хорошо, что он мне хоть эту штуку не забирает. О, вообще мне весело было бы без этой штуки. Так, красный ключ, лом.
лом, взял лом и всем по делам. А, вот зеленый ключ лежит. О, какой же я слепой-то постоянно. Старость не радостью, молодость не жизнь. Молодой всегда дорога, везде. Так, ну-ка. Отлично. Мне нужен еще один гаечный ключ. Благо, они многоразовые, а не одноразовые. В теньке лежишь, хорошо тебе, да? Ну это, давай это, акула, иди вон, я не знаю, с машинками поиграй, вон, с машинками поиграй. Тут машинки катаются, поиграй в машинки. Вон на Васильича посмотри, вон Васильич вот от жару уже все залез. Ну чё ж вы ее сбиваете-то? Нормальная акула лежит, отдыхает. Едете на нее. О, блин. Акула, накажи их. Накажи их всех. Кто разъездились тут. Все, вот у тебя и путешествие уже есть. У, как завидую тебе. Как я завидую. Молодец, акула. Просто молодец. Других слов нет. Так, ладно, иду сюда дальше. Так, сюда вылазю. Так, мне еще где-то магнит нужно взять. Не знаю, где нужно взять магнит, но где-то нужно взять. Сейчас, наверное, его где-нибудь найду. Я надеюсь, что его где-нибудь найду. Может быть, нигде не найду. Так, так. Так, вот эту штуку мне, наверное, вырубить надо чем-нибудь. С локтя, например, либо с кулака. Ой-ой-ой, чуть-чуть вниз не упало. О, вообще бы как-то неудачно было бы. Так, отлично, все, у меня магнит есть, у меня коробка. А что, я коробку не могу взять? Так, чуть не упал, нужно как-то аккуратненько. В трубу можно прям залезть, можно прям в трубе жить. Как трубадур. Или как их там называли. Так, замочек, ты мне сейчас пригодишься. Ты мне очень сильно нужен. Ага. Вон еще, да? Так. Давай теперь дальше. Лом. Иди ко мне, мой дорогой лом. С тобой жить мне вообще не влом. Открываем, закрываем. Не знаю, работает, не работает. Так, ключ, ключ, ключ. Красный ключ. Красный ключ. Он прекрасен, он могуч. Где там акула? Она гоняет, стоит туча. Все, все, иду, иду дальше. Нужно сейчас в доме поискать, где я не врубил. Так, здесь все врублено. Все включено, все работает. Горячая вода стоит. Но по-любому должна горячая, а не холодная стоять, для того, чтобы вот это все дело партом все работало. О, как все работало. Так. Теперь мне нужно найти, какую трубу я не включил. Какую-то трубу я явно не включил. Слушай, а может быть, какой-нибудь картиной там открывается, например? А я думаю, что не картины. Я что-то много думаю в последнее время. Вот Васильич, он вообще просто берет все строит и не думает. Вот она, последняя труба, видимо, которую я не мог найти. Я ее нашел. О, какой я молодец. Вообще прям молодец, молодец. Так, все, нашел, пошел. Так, 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 что, будет чудо, будет, нет? Давай. А, да, 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 заработало. О, как заработало. Все решеточки открылись. Теперь я могу сюда пройти. Здравствуйте, ребят. Как у вас здесь настроение, все ли хорошо? А вот, кстати, зеленый ключ, но это, по-моему, на улицу. Да, это на улице ведет, я там, в принципе, был, там делать нечего. Ребята, а что вы, собственно, здесь собрались? У вас тут какая-то, это, тусовка манекенов? Вы еще даже при этом и танцуете, да? Посмотри налево! Тот не хочет смотреть налево, а что ты? Посмотри направо! Нет, он только налево показывает все, говорит, налево смотри! Сюда ходи, туда не ходи. А, это сюда, да, выход был. А там что? Братан, подвинься. А, это сюда, это решетка. Все, я понял. Понял, отстал, ребят. Тусим здесь. Все нормально. Все замечательно.
все будет, как говорится, чики-пуки. Ладно, я здесь тогда выйду. Ты что разлегся-то здесь, а? Че разлегся? Тебе кто-то разрешал разлегся? Ох, разлегся. Нифига, это что такой здоровый? Ты в кого такой здоровый-то выродился, а? В кого-то выродился. Так. Все, пойду. Пойду отсюда куда-нибудь. Мне Каспара Васильевича выпустить. А то что он там? Он там целый день уже тусуется. Он же старенький. Васильевич, Васильевич, все, выходи. Выходи, Васильевич. Выходи. Ты не хочешь выходить или что? Васильевич, я тебя выпускаю. Выходи давай, братан. О, все, наконец. Ты смотри аккуратнее, так машины сбить может. Васильевич, аккуратней. Тут машины ездят. Ему вообще чуть без разницы на все. Васильевич, давай, давай, прыжок влево, прыжок вправо. И будет мне расправа. Васильевич, вообще пофигу на все. Так, у меня есть карточка. Я умею бежать, поэтому бегу. Так, в подвал сейчас я забегу. Все, в подвал я забегаю. Часики тикают. А пока часики тикают, то что значит? Нужно лайк поставить, если не успел поставить. Так. Пошли, пошли, пошли. Дальше по подвалу. Не видно нифига. О, фонарик кто-то оставил. О, спасибо, Васильчику, фонарик оставил. Обалдеть, картины галереи какие-то у него здесь. То есть там были мини-версии, здесь Макси, что ли, или что? Так, и... Ну что, опять на урок, что ли? Все, дистанционное обучение. Оу! А, есть маленькая такая, прям малёхенькая проблема. Я пролезть здесь не могу. Это какая-то шутка или что? Не, я реально не могу здесь пролезть. Не, это все, конечно, очень интересно. А пройди-то мне как здесь? Алло? Блин, хотел же подкачаться к лету. Ага. А сюда я как пробрался, стесняюсь спросить. Так, ладно. Так, волк. А какой сейчас правильный, какой неправильный? Так, сейчас катаются, а сейчас стоят. Да я пролезть не могу, вы чё, блин, чудите-то? Кто это придумал? А ты чё в шляпе стоишь? Чё, самый модный, что ли, или что? Исчез куда-то. Ня, а чё за прикол? Я не могу здесь пролазить. Я вообще застрял. О, выбрался. Так, ладно, давай, давай, давай дальше. Так, и чё, а нафига я сюда вообще пришел, спрашивается? Я, может, чуть не догоняю в этой жизни, или что? Это ерунда какая-то. Зачем? Пролезть не могу, главное. Давай лови меня. Я, видимо, здесь что-то должен был, ну, типа, найти, что-то в этом роде. Не, может быть, конечно, я что-то делаю не так. Да здесь нету даже ничего. А сюда нельзя выбраться, нет? Ну подожди, ну давай я даже поймаюсь. Лови меня. Допустим. Допустим. Допустим, ладно, хорошо. То есть я начинаю по новой.
Я по новой бегу по этому подземелью. Не, а я же ни влево, ни вправо никуда не могу. Это какой-то бред. То ли какой-то... Так, ребят, я не знаю, то ли, короче, какой-то скрипт не срабатывает, то ли что, я без понятия. Кстати, и на вопросы, если мне кто-то скажет, что я уже проходил этот мод, да, я проходил этот мод, но вот тут вышел третий акт. В прошлый раз у нас было всего два акта. И, видимо, сейчас где-то у меня здесь телепорт не работает по непонятной мне причине. И такое чувство, что мы должны были играть ником здесь. Потому что я вот не могу здесь пролезть по непонятной причине. Сюда я подхожу, он исчезает. Что это дает, непонятно. Зачем я вообще сюда бегу, тоже вот не ясно. Видимо, я, наверное, должен сюда добегать. Видимо, какой-то должен срабатывать скрипт. Ладно, сейчас я запущу тогда продолжение, ребят. Сейчас, секундочку, буквально. Лайк пока нажмите, пока жму, пока начинаю дальше. Так, все, ребята, я вернулся. Тут действительно была... Телепорт должен был сработать, но он почему-то не сработал. Все, запустило следующее уже продолжение... Подземелье, где я буду сейчас идти назад. Почему я там не пролазил, я не знаю, может быть, сейчас пролезу, я не знаю, что сейчас будет. Так, ты надоел мне голос, откуда ты берешься только? Такое чувство, что моей жизнью кто-то управляет, вот реально, как будто есть кто-то. Может быть, не знаю, выкладывает про меня что-то куда-то. Ох, люди-то пошли на всем навариться хотят, а ты только посмотри. А я гуляю здесь, с Васильичем развлекайся. Так, а что здесь произошло? Почему здесь так темно и никого не видно? Здесь вообще есть кто-нибудь, нет? Люди, манекены, кто-нибудь здесь? А, замечательно, я еще и должен ключ где-то найти. Я должен здесь ходить сейчас как прям, как собака на нюх. Давай. И где... А где его здесь искать должен, я стесняюсь спросить. У меня даже фонарика нету. То есть просто иди и без фонарика ключ найди. Ну, это такое себе сомнительное развлекуха, если честно. Стой, ну он есть где-то? Он по-любому где-то есть однозначно. Может быть, в шкафу я сам могу сесть и сидеть. Сам буду вместо ключа. Так, а это забор тот, который... Может быть, он здесь сам... Нет, здесь нету. Может, все-таки он где-то здесь был? А, здесь и фонарь был замечательный. С фонариком-то, мне кажется, куда попроще все будет искать. Ну, вот такой вот я там вижу, здесь не вижу. Вот и все. Вот и бегаю дальше, что-то ищу. Что-то ищу, что-то пытаюсь найти. Где-то здесь, значит, спрятали ключик. Ключик. Ключик, ты где? Ключик, маленький ты мой. Иди к папочке. Кто папочка? Я папочка. Это какое-то издевательство, мне кажется. То есть я должен просто ходить здесь и искать где-то ключ. Так, активирую режим совы. Так, все, замечательно. Не хочу ходить в потемках и искать ключ. С учетом, что он вообще может где угодно находиться. Все, была школа, вот все закрыли, все на дистанционное, видимо, обучение всех отправили. Такие вот дела. И где он? Мне кажется, что тут кукла лежит. Ты смотри-ка, Василий все-таки пьет чай иногда с куклами, мне кажется. По-любому пьет. А вот и отмычка лежит в самом начале. А я хожу непонятно где еще. Вот такой вот я какой-то неосмотрительный немножечко. Ну, бывает, что бывает. Все бывает. Так, иду дальше. Дальше иду, прохожу, захожу. Комната с картинами. Ух, какие жуткие картины. Так, все, я хочу выбраться. Зачем я вообще заходил в подвал? Я просто прибежал в подвал, чтобы уйти из подвала. Как-то это немножечко подозрительно. Я не знаю, зачем я это делаю, но зачем-то я это, видимо, делаю. Все, и фонарь у меня забрали. Все, нужно как-то выбираться отсюда. Василич! Я вернулся, дорогой! Налей-ка мне чайку. Ах ты мой родной. Так, ключ там. Что еще где есть? Мне вот интересно. Так, здесь нет ничего. Здесь тоже ничего нет. Нигде ничего нету. Так, мне нужен красный ключ. А где Василич? Василич? Василич?
Васильич вообще болт на все положил и все. Он предпочел, видимо, дальше в самоизоляции сидеть. Ему там нормально, его там никто не трогает вообще, ничего с ним не делает. Так, здесь ключей нету, ты решил уже все? То есть меня не было, ты 10 минут в подвале, ты уже всю хату разобрал, ты уже, он уже мебель решил просто брать и того сжигать на поленье. Так, желтый ключ. Где что-то все открыто, жратву, видимо, искал. Видимо, не нашел, наверное, магазин поехал и дом заодно забригадировал, говорит. Чтобы я никуда не убежал, чтобы все было замечательно, все было хорошо. Так, а чё? Куда? Видно еще что-то все фигово так. Нафига ты сюда унитаз-то поставил? Вонять же там в комнате будет. О, отлично, все, я нашел желтый ключ. Так, все, обрубаю все. Так, ну, допустим, я здесь нашел гаечный ключ. Ну, мне как-то от этого вообще ни тепло, ни холодно. Ну, если так, то по чесноку. Так, туда закрыто. А может, отсюда открыто? Нет, и отсюда закрыто. И рычаг убрали. А нафига мне гаечный ключ? Мне бы еще лом тогда уж бы найти. Лом там, все дела. Зеленый ключ. Стой, это вот эта вот комната, да? Я правильно понимаю? Да, я все верно понимаю. Комната эта. И где здесь что искать? Я не знаю, где и что здесь искать. Но где-то здесь что-то нужно найти. Это все как-то очень сильно подозрительно. А здесь нет ключика. Мне еще и лом нужно найти где-то. То есть мне нужно найти лом и красный ключ. И желательно найти еще вон зеленый ключ. Если я найду зеленый ключ, я буду прекрасен и могуч. Как Васильич гонять стоит туч. Почему я постоянно вспоминаю этот стих, непонятно. Так, может, в столе где-нибудь? Нет, в столе нету. А где есть? Где есть-то? Где искать-то мне это все дело? Ну, тут ничего такого нету. Ничего такого нет. А что сегодня интересно будет на обед? Так. Красный ключ, лом. Ходи, ищи здесь все. Уж фонариком посветить. Да как-то лучше видно особенно-то и не становится. Ну, если вот так-то вот посудить. А, вот, зеленый ключ, замечательно. Все лежит на видных местах, это я просто не вижу. Такой вот я человек. Все плохо. А, вон он что, ты смотри-ка. То есть, а отсюда я не пройду, да? Нет, видимо, никак не пройду. Васильич! Нифига ты тут забор отстроил. Подожди, эта многоэтажка всегда здесь была? Я сколько в подвале-то был? Мне кажется, я все детство там в подвале, походу, провел. Не иначе. Другого я сказать и не могу. Так, здесь закрыто, наверное, сюда мне не нужно. Так, ладно, давай здесь посмотрю. Так, а здесь, видимо, можно сюда пройти. И зачем-то... О, смотри, синий ключ. Только у меня синей двери, нету синего замка. А так все нормально. Так все сходится. О, как все сходится-то. Так, магнит. Может быть, где-то пригодится. Магнит штука такая. Ох. А, вот так, то есть, да? И что, мне теперь жить здесь, что ли, или что? Это какая-то шутка. Да, это явно какая-то шутка. От Васильича. Шутеечки от Васильича. Так, давай сюда. Вон синий ключ. А, красный ключ в холодильнике. Лом. Нужно найти лом. А лом, мне кажется, по-любому где-то здесь. Всяко где-то здесь спрятан. Может, а где он еще может быть? Только где-нибудь здесь прямо лежать. А может быть, он сверху там же был? Нет, сверху нету. Подожди, магнит есть. Магнитом нужно откуда-то лом притянуть. Мне кажется, я где-то я пропустил лом.
Так, ладно, сейчас внимательно все везде посмотрю. Может быть, где-то и найду. Блин, ну и кавардак он здесь устроил, а? Да и ну! Нафига я сюда-то залез опять? Так. Лом, лом, лом. А, вот он лом. Замечательно, у меня есть магнит. Все. Там сейчас все оттатывается дело. И можно спокойненько. Нифига он здесь. Здесь эта дверь вообще она была разве раньше? Мне кажется, ее здесь раньше не было. Но теперь она здесь появилась. Васильич вообще строит как муравей. Мне кажется, он сотню Васильича нагоняет. Такие же, как он. Они все вместе, все бригады строят. Вообще не парятся ни за что. Так. Все, все, я валю отсюда. Валю, убегай. Не знаю, зачем я сюда пришел. Зачем пришел, затем ушел. А чё, чё с домами? А чё за фигня? И как это работает? И куда мне теперь? А, вон он чё, да? Мне домой-то хоть пустят, нет? Так, ребят, ясно, понятно. Сейчас я посмотрю на этой локации, где у нас находится телепорт. Чё-то вообще... Мне кажется, первый раз здесь даже как-то поудачнее был этот мод сделан. А, в плане, что как-то это все работало. Так, сейчас телепорт. Телепорт сцена. Сцена телепорта у нас находится в дверях. То есть в дверях, да, она должна была сработать. Я не знаю, почему она не хочет работать. Я, насколько помню, тут была какая-то финальная заставка. Ну, она прям вот здесь. Ну, почему-то она, ребят, не срабатывает. Ладно, ребят, на этом все. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Тут есть еще третий акт. Ну, то есть, по-моему, прошли первые два акта. Здесь, я насколько помню, здесь была какая-то вроде финальная катсцена такая нормальная была. А может и не была, я не помню. Что, типа, я сбегаю. Все как-то странно, непонятно. То есть, автор что-то починил, что-то по новой поломал. По-моему, здесь, типа, Васильич выходил мне вслед и уходил. И что-то происходило. А случайно не здесь его полиция? Я уже все, я уже запутался в модах, действительно. Мне не ясно, почему катсцена не работает. Это действительно, это прям печально. Может быть, из-за того, что в стендалоне режиме, как обычно, прохожу. Такие вот косяки. Ладно, все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. И пишем в комментарии, что хотите продолжение. Я вам тогда сниму продолжение. Тут еще целых два акта есть. Не, ну, прям вот, кстати, ребят, вот кто помнит этот мод, прям вот найдите и, пожалуйста, напишите мне, куда, чем заканчивался этот мод. Я уже просто забываю, потому что слишком много модов, поэтому я просто могу взять и забыть. А проходил я его, наверное, с месяца полтора назад уже, с месяца точно. Все, ладно, всем удачи, всем пока, всем спокойной ночи, с вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Хотел сказать, это было шоу хриплых. Но нет, это было шоу «Привет, сосед». Все, давайте увидимся. Завтра шоу хриплых будет. Я надеюсь, по крайней мере. Все, пока всем. Увидимся. Ух, как увидимся.